Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами Вальдемарко и мой оператор, значит, сын Рихард. Сегодня мы с вами будем готовить фаршированный перец. А, значит, что нам для этого нужно? Ну, во-первых, нужен болгарский перец, лучок, одно яйцо хватит, чесночек, один зубок хватит, ну, зубок как мук, большой. И, значит, нам нужен еще будет горький перец или чили. Как называется он. Потом нужен нам будет фарш. Мы будем брать фарш свинины, со свинины. Конечно, рис нам нужно будет. И мы начнем мы сейчас с вами все это готовить. Рис мы будем готовить в микроволновой печи. Значит, соотношение. Берем кружку риса и, значит, две кружки воды. Можно воду, конечно, кипятить, но это, конечно, не обязательно, на ваше усмотрение. Ставим в микровель на 5 минут, а если будет не готово, то можете поставить еще на 2 минуты. Вырезаем сердцевину перца. Нарезаем чили мелкими кусочками. Теперь нарезаем наш лук и чеснок такими же маленькими кусочками. Как вы видите, мы все порезали на маленькие кусочки. То есть перец, лук и чеснок. Сейчас мы это все поджарим на подсолнечном масле. Жарим до тех пор, чтобы лук принял золотистый цвет. Добавляем наш уже рис, который мы приготовили в микроволновой печи. Все это тщательно перемешиваем. Теперь добавляем нашу зажарку. И опять же мы все это перемешиваем. Добавляем одно куриное яйцо, этого достаточно. Добавим немного перцу, конечно, каждый добавляет по вкусу, но не забывайте, что у нас уже нарезано чили. Добавляем немного соли. И все это тщательно перемешиваем. А теперь наполняем перец фаршем. Фарш добавляйте на уровне перца, не делайте его выше, потому что когда будет в духовке, она еще поднимется. Вот так выглядит наполненный перец. Теперь ставим наш перец в духовку, ставим на 250 градусов и ждем 40 минут.
Вот прошло 40 минут, и вот так выглядит наш фаршированный перец. Вот посмотрите, как выглядит теперь наш фаршированный перец в духовке. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на канал. С вами был Вальдемарко.